На протяжении 3 дней в Ивановском государственном энергоуниверситете выбирали мистера студенчества России 2016. Этот межвузовский конкурс интеллекта, творчества и спорта был организован год назад по инициативе ивановцев. Сильной половине показалось несправедливо, что проводится только всероссийский конкурс «Мисс студенчества», и было решено учредить еще один, на этот раз мужской. Принять в нем участие смогли студенты в возрасте от 18 до 25 лет, победители аналогичных вузовских состязаний. В этом году 20 участников съехались со всей России, со всех уголков России. То есть у нас представители Республики Бурятия, есть представители Приморского края, из Владивостока к нам ребята приехали, Москва, Санкт-Петербург, все столицы представлены, Казань. То есть и крупные вузы, и маленькие представлены сегодня на нашем конкурсе. Честь Ивановской области на конкурсе представлял Дмитрий Шамаев, мистер энергоуниверситет. По условиям конкурса претендентам предстояло рассказать о своей малой родине. Для Дмитрия это поселок Ильинское. Для меня дороже и красивее места нет. Вы знаете, я люблю свою родину, люблю свой народ. В Ильинском остались самые дорогие для меня люди, мои родители. И я жду любую возможность рвануть домой. А знаете, а поехали со мной? Готовы? Да! Вот оно, Ильинское. Конкурсанты не только приглашали со сцены в гости, демонстрировали студенческий стиль, но и пытались покорить сердца жюри творческими номерами. Кроме того, участники конкурса сдавали нормы ГТО, качали пресс, подтягивались, стреляли из пневматического оружия, бегали. Андрей Диканов, анестезиолог-реаниматолог в будущем, рассказал, что эти испытания оказались для него самыми сложными. И решил, как, наверное, проявить себя, попробовать. Я учусь последний год в университете, 6-й курс, и, наверное, все-таки решил точку поставить финальную в каком-то, может быть, в творческой карьере своей. Я люблю, конечно, спорт, но, скорее всего, у меня творчество на первом месте, а, наверное, потом идет спорт. Уровень интеллекта студентов проверяли на отдельном этапе состязаний. Жюри строго оценивало каждого претендента, ведь титула мистер студенчества достоин лучший. Победитель должен быть добрым, открытым, искренним молодым человеком, жизнерадостным. Он должен показать себя настоящим мужчиной, сильным и уверенным. И, в общем-то, быть обаятельным и завоевать симпатии жюри, конечно, зрителей и зрительниц в первую очередь. Всеми этими качествами, по мнению членов жюри, обладает Илья Парамонов из Саратова. Именно он получил титул «Мистер студенчества России-2016». Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.